Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в телепередаче «Твоя книгарня». Сегодня мы познакомимся с новинками книг для наших детей и взрослых. Для малышей издательство «Абаба Галамага» приготовило замечательную книгу. Велика иллюстрована книга казок украинских та иноземных письменників. Книга имеет большой формат, замечательная издана. И каждую сказку или стихотворение проиллюстрировал какой-то наш украинский художник. Замечательные тексты сопровождаются прекрасными картинками. Дети могут не только почитать, но и рассмотреть мельчайшие детали на этих рисунках, заодно и пересказать то, что они увидели. Возможность для детей дополнить услышанный текст, то, что они подсмотрели на картинке, позволяет развивать фантазию ребенка. Авторы, которые вошли в этот сборник, очень известны на Украине. Это и Малкович, и Юрий Винничук, и Алла Коцур, и Олена Пчілка, также Григорий Химич и Микола Виноградовский. Эти и другие авторы встречаются на страницах этой книги. Читайте, изучайте наших художников и учите стихотворение на память. Для тех детей, кто хочет в раннем возрасте освоить английский язык, в наших магазинах есть большой выбор пособий, такие как читаемую английскую та украинскую. Наборы книжечек, в которых размещены различные сказки, и ребенок, читая сказку, работает со словариком, выполняет задания и, используя любимые наклейки, вот такие вот наклеечки, дети активизируют свою память, таким образом лучше запоминают все, что они прочитали. Итак, у нас есть разворот, на котором мы видим текст на английском языке, текст на украинском языке. Жирным шрифтом выделены слова, с которыми ребенок будет работать, он их будет запоминать. К этому слову есть хорошая транскрипция, хороший перевод и, конечно же, иллюстрация. Таким образом, у нас задействуется и зрительная память, и формируется правильное произношение. После того, когда ребенок прочитает эти тексты, в конце дается большое количество заданий на понимание текста, на грамматику, на запоминание правильности написания тех или иных слов. И, конечно же, с помощью наклеек ребенок может самостоятельно проиграть кроссворд, выполнить какие-то другие задания. Таким образом, эта книга со всех сторон будет знакомить ребенка с изучаемой темой. И много всяких интересных заданий выполнив, ребенок действительно навсегда запомнит слова, которые он встречает в этих книгах. Поэтому приходите к нам за серией «Читаем английское это украинскую», изучайте английский легко, через игру и, конечно же, развивайте своего ребенка. В наших магазинах для детей, изучающих английский язык, есть большой выбор специальных блокнотов, Activity блокнотик, который посвящен какой-то определенной теме. Например, природа, покупки, хобби, мой дом, животные, город и путешествия. В блокноте вы выполняете различные задания. На каждой страничке у нас есть задания, которые посвящены той или иной теме. Например, тема «Город». Выполнив все задания, которые предлагаются в этом блокнотике, ребенок выучит более 120 слов по данной теме. Причем он выучит их
непроизвольно, без особых усилий, потому что он будет постоянно использовать те или иные слова, и в конечном итоге по этой теме в его словарном запасе уже будет 120 слов. Представляете, вот у нас таких блокнотов порядка 10 видов. Примерно 1200 слов ваш ребенок легко в игровой форме может их освоить. Занятия вы можете начинать как в 3 года, так и можете использовать эти блокноты, когда ваш ребенок уже изучает английский язык в детском саду или в школе. Приходите, это очень интересно и увлекательно. С детства мы все знаем сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Это произведение много раз издавалось, многие иллюстраторы оформляли эту сказку, иллюстрировали, и издательство «Виват» предлагает нам книгу в своем исполнении. Книга прекрасно иллюстрирована. Кроме того, еще здесь в этой книге очень хороший перевод. И создание именно зимнего сказочного настроения, ощущения Нового года без этой сказки, пожалуй, невозможно. В каждой семье есть эта сказка, и между тем интерес к этим книгам никогда не пропадает, потому что каждый художник видит эту сказку по-своему. Хочу обратить ваше внимание на «Снежную королеву» издательства «Абаба Галамага». Иллюстратор Владимир Ярко. Эта книга известна своими прекрасными иллюстрациями, и именно за иллюстрации эта книга получила несколько международных наград. Настолько точно выписана каждая деталь иллюстрации, вы, рассматривая странички, можете увидеть много мельчайших деталей, которые создают особую атмосферу этой книги. Если вы будете внимательно рассматривать, вы увидите даже реснички у Кая и увидите разные мелкие интересные детали. Вот, допустим, здесь у нас много насекомых, различные цветы. И за счет этого создается такое вот непередаваемое впечатление от прочтения этой книги. Книга «Снежная королева» от Абабы Галамаги является уже много лет хитом продаж. Она продается в 3 языках – на русском, на украинском и на английском языке. Если у вас еще нет этой книги, поторопитесь пополнить свою коллекцию этим прекрасным изданием. Для любителей приключений издательство «Виват» приготовило замечательный вимель-бух. Это книги для рассматривания, который называется «Фуагре и Жозефина. Секрет императора». Что же за секрет скрывается на страницах этой прекрасной книги? Каждая страница, каждый разворот является загадкой. Какое задание вы получите? Внизу вы читаете задание, что нужно сделать, и потом, проходя по этим лабиринтам, вы выполняете эти задания. Вимельбухи – это книги для рассматривания. Ребенок должен рассмотреть мельчайшие детали, посмотреть всех действующих лиц на этой странице. И поверьте, не с каждой секунды, не с каждого первого взгляда ребенок может увидеть все. Поэтому нужно определенное время для того, чтобы найти секреты, которые спрятаны на этих страничках. И, конечно же, родителям тоже будет интересно выполнить эти задания. Для того, чтобы не спорить, кто прав, здесь в конце книги даются ответы на все лабиринты. Но не спешите переворачивать страничку, а постарайтесь самостоятельно найти ответы на поставленные вопросы и помочь нашему детективу раскрыть секрет императора, рассматривая этот замечательный вимельбух. Занятие по вимельбухам помогает ребенку быть усидчивым, более спокойным, уравновешенным, внимательным,
последовательным, доводить дело до конца. И, конечно же, формирует у ребенка интерес к книге, читательский интерес. Таким образом, мы можем отвлечь наших детей от планшетов, от различных гаджетов, а подержать книгу в руках, успокоиться, получить позитивную эмоцию, ну и, конечно же, наполниться энергией, потому что ребенок поработает с книгой. Прекрасно выполненная книга от издательства «Виват» ожидает вас в наших магазинах. Для тех детей, кто все-таки решил стать настоящим читателем, мы предлагаем перейти от рассматривания к чтению. И одна из книг, с которых хорошо начинать свою читательскую деятельность, это книга издательства «Ранок», «Веселые Роджерсы» и «Призрачный корабль». В городе Скучноморске начинают происходить невероятные вещи. Из дома пропадают золото, украшения, драгоценности. Куда они пропали, кто их похитил, никому не известно. Нет никаких зацепок и следов. И тут к городу причаливает корабль, как вы думаете, с кем? Конечно же, с пиратами. Веселые Роджерсы приплывают на этом корабле в Скучноморск, и благодаря такой замечательной команде они начинают распутывать это дело, узнают все секреты, находят злодеев. Приключения очень интересные, имеют детективный характер. И кроме этого, издательство еще предлагает нам замечательную книгу, которая интересным образом иллюстрирована. Во-первых, таинственность, которая в тексте, она хорошо ложится в иллюстрации. Книга похожа чуть-чуть на комиксы. И между тем есть все равно текст, который ребенок должен прочитать. Но за счет того, что здесь очень много картинок, ребенку с легкостью удастся прочитать эту книгу, несмотря на довольно внушительный объем, который кажется нам с первого взгляда. Книга захватывает с первой страницы, поэтому ваш ребенок с удовольствием прочитает ее от корки до корки и положит в копилку прочитанных книг. Приходите к нам за веселыми Роджерсами, тем более, что продолжение этой истории следует. Издательство «Ридна Мова» предложило нам прекрасное издание «Лучшие народные сказки». Эта книга издается в двух языках, и она отличается от других прекрасными иллюстрациями. Посмотрите, какие они яркие, какие они красивые. Особенно эти иллюстрации нравятся старшему поколению, потому что бабушки и дедушки, открывая эти листая эти страницы, они вспоминают, что да, действительно, именно такие яркие, красивые книги были в нашем детстве, такими были мультики, замечательные, добрые иллюстрации. Эта книга охватывает большое количество сказок, и они все собраны в такое замечательное издание. Замечательный подарок на любой праздник для вашего ребенка, для вашего внука. Приходите к нам за лучшими народными сказками. Для наших малышей всегда непросто осваивать абстрактные понятия, такие как время, времена года, часы, минуты. Как с этим всем управиться, маленький ребенок пока что не знает. Именно для таких малышей издательство «Влади Тойс» приготовило замечательные наборы. Набор называется «Бильш, ниш, календарь для малюка». Потому что это не только календарь. Здесь в состав входит большое количество различных пазлов. Даже есть книга, различные картинки, рамки, вкладыши. И ребенок, выполняя все эти задания, может познакомиться с временами года, освоить месяцы, дни, недели, понимать время по часам. И кроме этого, есть еще и волшебный мешок,
мешочек, в котором у нас хранится более 50 заданий. Таким образом, все дети могут легко научиться справляться с таким абстрактным понятием, как время. Эту игру легко использовать и в домашних условиях, а также в условиях детского сада. В эту серию входят различные другие игры. Например, мы можем познакомить ребенка с миром животных. Здесь такой же принцип организации работы. И, конечно же, мы можем через игру научить ребенка и считать, и различать размеры. Даже немножко из мира музыки тоже в этой игре есть, потому что это интерактивная игра. И тут есть музыкальные подсказки, которые помогут нашему ребенку понять, правильно он ответил на вопрос или нет. Игры исполнены в двух языках, в русском и в украинском. Пожалуйста, приходите за играми и занимайтесь с вашим ребенком легко, просто и результативно. Все хорошо помнят серию книг о Гарри Поттере. Именно издательство «Баба Галамага» перевела эту серию книг на украинский язык. И вот еще один подарок для тех, кто любит фэнтези. Новая книга от этого издательства — Джонатан Страут «Бартемиус. Амулет Самарканда». Эта книга уже для тех, кто любит читать, потому что довольно такой серьезный текст. То есть мы его можем предложить детям в подростковом возрасте, а также старше. Очень интересное содержание этой книги. Действие происходит в Лондоне, в нашем современном Лондоне, в наше современное время. И вот наш молодой человек, главный герой, он попадает в такую ситуацию, что выясняет, что существуют маги и волшебники. И его задача — нам необходимо добыть амулет Самарканда, который хранится у одного из самых сильных и злых магов. И как вы думаете, кто же приходит ему на помощь? Ему приходит на помощь джин Бартемиус. Этот джин, как обычно, живет в лампе. А вот где наш главный герой возьмет лампу и как он оттуда вызовет джина, и в конечном итоге, что у них получится, мы можем узнать, прочитав эту книгу. Эта книга первая. Дальше следуют еще две книги. А пока что начинайте знакомиться с событиями, которые ждут вас на страницах замечательной книги Джонатана Страуда. Издательство «Баба Галамага» продолжает издавать замечательные книги из серии «Украинская поэтичная антология». Вы видите, что сейчас издательство предложило еще 4 новых томика. И в этих томиках у нас есть и поэзия. Поэзия Рымарук, поэзия Жиленко. Также у нас есть Малкович и изданные произведения Юрия Андруховича «Листи в Украину». Замечательный формат, очень удобный, очень такой личный, когда вы можете эту книгу взять с собой и в дорогу, и даже в дорогу, по дороге на работу почитать. И замечательные переплетения, закладочка есть, ну и, конечно же, хорошая бумага, а самое главное, просто волшебное содержание. Поэтому для всех любителей украинской поэзии, украинской прозы, мы предлагаем собрать вот такие вот замечательные томики в свою личную библиотеку. Приходите в наши магазины «Учбова книга», читайте, развивайтесь, действуйте.